Прямо за этой дверью от лицея КФУ проходит совершенно новый проект КВН Лиги Деревни Универсиады. Давайте узнаем, что это такое и с чем это едят. КВН Лиги Деревни Универсиады – это уникальный проект. Здесь начинающие КВНщики делают свои первые шаги в мире юмора. Сборные команды домов Деревни Универсиады ночами репетировали шутки, не выходя из комнат общежития. И вот настал день Икс, и они показали, на что способны. Шахтер Романтик берет с собой в шахту свечи. Если мы скрестим дрыща и накачанного чувака, то получится дрыщ, потому что дрыщи всегда доминируют. А вы знаете петушиные бои? Итак, представьте, черепашьи бои. Раунд 2. Файт! Брейк! Тоже у нас есть победитель! Человек, с которым просто невозможно жить в одной комнате! Наша третья участница! Эй, это еще почему? Она комендант. Продемонстрировать свои способности приехали и заядлые КВНщики. Мы приехали из Манхэттена, сначала в Нью-Йорк, потом в Огайо, потом в Чикаго. Из Чикаго сразу в деревню Универсиады. Шутки о студенческой жизни в общежитии здесь были как нельзя кстати. Тебе скажи, в какой деревне ты, наверное, видел? Председатель? И, кстати, я хочу к нему обратиться. Дорогой председатель, вы для нас как Санта-Клаус. Вы знаете, очень часто нам говорят комендаты, что вы придете к нам в дом, но что-то ни разу мы вас не видели. Хотя не все шутки были понятны тем, кто живет вне деревни Универсиады, смешно было всем. Ребят, скажите, вам смешно? Да. Серьезно? А вот были моменты, когда вот... Ну, были, да. Смешно? Смешно. Очень смешно. Очень смешно. Классно, спасибо. Спасибо. Смешно? Очень. Мне нравится. Серьезно? Ну да. Я потому что участник, я звукач команды. Если вы решитесь участвовать в таком серьезном деле, как КВН, то смело вступайте в ряды Лиги Деревни Универсиады. Ведь впереди еще не одна игра. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.